Великая схима, третья степень монашества, полное отречение от мира и всего мирского, оставление внешних занятий и служений ради непрестанной молитвы. Принявший великую схиму именуется схимонахом. Он облачается в куколь, именуемый также схимой. Схимонашество возникло на Ближнем Востоке в V веке, когда, желая упорядочить отшельничество, императорская власть приказала монахам-пустынникам поселиться в монастырях. Пустынники, лишенные отшельничества, уходили в затвор и стали с тех пор именоваться монахами Великой Схимы.